20 мая в Одинцовском округе возобновили подачу тепла как в квартирах, так и на социальных объектах в связи с похолоданием в регионе. Наши жители сейчас на самоизоляции, поэтому нужно создать комфортные условия для пребывания дома, сказал глава муниципалитета Андрей Иванов. Он также отметил, что для полноценного возобновления отопления нужно некоторое время, подключение проводится поэтапно.